Вот она, моя будущая русалочка. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Расческа – идеальная приманка для русалочки. Расческа? Вау! Она клюнула. Игры закончились. Ты идешь со мной. Отпусти меня! Ненавижу хвосты. Начнем наш ритуал. Я призываю тебя, Хаги-Ваги. Откройтесь, ворота бездны, и явите мне этого монстра. А ты еще кто? Привет! Ты идешь со мной. Сейчас будет свеженький ужин. Не на моей смене, вампир. Прекрати кусать людей. Кто? Я? Я просто хотела ее пощекотать. Пока. Стоять, мышь! Ненавижу пауков. Вау! Спасибо, что спас меня, Человек-паук. Что? Я твоя большая фанатка. Что тут происходит? Что непонятного? Я тебя похищаю. В мешок, зубастик. Чуть сердце не остановилось. Ну все, хватит. Ну что, все в сборе. Да как ты посмел? Отпусти нас! О, хватит ныть. Сейчас я сделаю вас крошечными, и вы станете достойным завершением моей коллекции. Даже не думай, мы не согласны. Луч на минимум. И поехали. Что случилось? А? И это все? Почему не работает? А, да он же не включен в розетку. Проклятье. Не дотягивается. Эй, Человек-паук, иди сюда. Помоги мне. Я? Ну ладно. Что делать? Подвинуть поближе? Да, отлично. Спасибо, паучок. Все, иди обратно. Ну все, продолжим мои злодеяния. Куда все разбежались? Стоять! Прячемся, ребята! А где все? И откуда эти гигантские коробки? Все ясно. Мой луч поставлен на максимум. Кто это сделал? Окей, тогда поиграем в прятки. Выберем инструмент. Степлер, канцелярские кнопки. Серьезно? Ну ладно. Такие крошечные. Есть идея. Спасибо, мой максимайзер. А теперь поиграем. Ну, с чего бы мне начать? Какую коробку выбрать? Паучье чутье. Что? Ни в кого не попал? Странно. Паучье чутье не подводит. Кнопки закончились. Какая жалость. Что выбрать дальше? О, да, перчатка Таноса. Ауч! Как раз мой размер. Какую коробочку мне уничтожить? Тебя? Или тебя? Или тебя? Может, тебя? Я выбираю картошку фри. Розовый? Это не то, что вы подумали. Я нашел тебя, Венсдей. Нет, я не хочу быть милой и маленькой. Поздно. Фух, пронесло.
Мне снова повезло. Слава Тритону, это не я. Ну, ты огромный. О, крошечная мини-Венсдей. Иди сюда, малютка. Сиди тут, в моей коллекции. Венсдей, есть. Что делать дальше? Думай, Джованни, думай. А кто это тут подглядывает? О, нет, что делать? Он меня заметил. Там точно кто-то есть. Посмотрим, кто там. Ау-ау-ау, мой лучший глаз! Ты поплатишься за это. Кукуруза? Зачем мне кукуруза? Оружие замедленного действия. Включить огонь. О, да. Как жарко. Еще и попкорн. Слишком жарко. Святые крабы, я не хочу утонуть в попкорне. Что там происходит? Все по плану. Попалась, русалочка. Теперь ты моя. Приветик. Приготовься уменьшиться до размера головастика. Да, получилось. Какая крошечная рыбешка. Ауч! И не думай сбежать. Это западня. Надо отсюда выбираться. О, точно. Так, так, так. Кто следующий? У меня же есть паутина. Эй, мистер злодей, посмотри сюда. Я здесь. Ты не меня ищешь. Что? А, человек-паук. Вот где ты прятался. Сюрприз. А, я ничего не вижу. Эй, вампирша, нам пора, выходи. Я уже тут. Бежим. Паучок, а ты ничего не потерял? О, да, это мои. Стоять, думай головой. Ребята, помогите нам сбежать от Джованни. Напишите свой комментарий. И чем он больше, тем лучше. А как же наушники? О, нет. Новые коробки? Окей. Думаю, здесь безопасно. Мне нравится. Что? Пленку заживала? Ладно, вернемся к делу. В каких же коробках они спрятались? О, есть идея. Муха, ты моя удача. Устроим мушиное барбекю. Прелестно. Фу, гадость. Какой аромат. Вкусняшка. Пора на охоту. Меня не видно, я паук-невидимка. О, моя прелесть с хрустящей корочкой. Готов уменьшиться, паучок. Только вместе с мухой. Как скажешь. Приятного аппетита. Остался один вампир. Где же она? Сомнений нет. Она там. О, нет. Он меня найдет. Почему так долго? Теперь я в полной боевой готовности.
Я больше не могу ждать. Сколько можно? Я здесь, охотник. Все приходится делать самой. Бонжур! А, вампир! А, вампир! Держи! Стреляй, я готова! Моя крошечная вампирюшечка, ты моя прелесть. Негодяй, зачем ты уменьшаешь приличных вампиров? Я тебе это так не оставлю. О, какие мы маленькие и злые. Ути-пути. Ауч, мой бедный пальчик. Сиди здесь. Вот теперь у меня есть полная коллекция. Красота. Что? А где Пичу? Сбежала в вентиляцию. Я тебя достану. Покемоны где-то близко. Вот они. Ха, я их поймаю. Ауч! Битва! А? Это охотник на покемонов! Бежим! И незачем так орать, у меня чувствительные уши. Вау, где это мы? Твоя остановка. Что это за место? Столько коробок. Может, тут упаковывают подарки? А где Пичу? Пичу, ты где? Я тут! Чего стоим? Прячьтесь в коробке, недотёпы. Точно. Сыграем в прятки? О, там точно кто-то есть. С чего же мне начать? Молот. О, да. Поиграем? Что? Пусто? Вот так промах. Здесь нет покемона. Значит, он есть в другом месте. Фух, пронесло. Продолжим игру. Упс. Ничего не понятно. Мне нужен глазок в коробке. Вот так. Что же выбрать? О, да, динамит! Кто хочет немного ТНТ? О, нет! Диво, ты сможешь остановить его? Оу, что за плевок мне прямо в душу? Мой динамит! Я не сдамся! Ага, где же ты прячешься, мой будущий покемон? Надо задержать дыхание. Пожалуйста, только пройди мимо. Упс. Вот и оно, урчание победы. Мне нужна приманка. О, да, это она. Ловлю. Ауч, как всегда. Покегри – лучшая еда для покемонов. Чем это пахнет? Покегри! Сработало. Пичу? В чем дело? Я обедаю. Теперь ты моя. Бедняжка попалась. Пичу, как мне жаль. А теперь не убежишь. О, окей, выберу нерв. Руки вверх, сдаюсь. А, точно, это же мне. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду стрелять. Только не в меня, умоляю. Пожалуйста, пусть мне повезет.
О, да. Охота на покемонов! И кто у нас там? Ну почему мне так не везет? Ха, там есть кто-то живой. Ты мой бедный покемон. Прости, что подстрелил тебя. Мне так жаль. Ага, будешь сидеть тут, ясно? Стоять! Фух, новые коробки. Прячемся. Что? Иди отсюда. Я первая заняла. Жадина. Я в безопасности. О, нет. Пожалуйста, не иди сюда. У меня есть план. Мне нужна электрогитара. Ну давай, я жду. Да будет рок! Что? Знакомая песня. Но это же моя песня. Нет, 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 не надо микрофон. Не сейчас. Нет, это плохая идея. Джи, нет. Нет, пожалуйста, я больше не могу. О, да! Браво, браво! Концерт окончен. Сиди здесь. Нет! Остался только я. О, нет! Где же он может быть? Эй, ребята, а как вы думаете, в какой коробке прячется наш Райчу? Кактус, банан, виноград или яблоко? Где Райчу? Напишите ваш ответ в комментариях, окей? Эй, чего шумишь? Не видишь, я разговариваю? Отдай пылесос и проваливай. Это называется чистота, не слышал никогда. Пошел прочь из моей игры. Ну все, берегись, последний из покемонов. Сейчас я тебя выдую. Банан оказался пустой. Попробую яблоко. Тоже ничего. Почему не работает? Ты сможешь постоять за себя, Райчу? Точно, виноград! Выходи, Райчу, я знаю, что ты там. Ладно, была не была. Ну же, чего ты копошишься, а? Куда он делся? Почему тут пусто? Где же этот Райчу? Окей. Ты ничего не забыл? О, нет, 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 нет! Вот ты и попался! Нет, пожалуйста! Прощай! Юху! Покемоны победили и злодей за решеткой! Пока, лузер! Я этого так не оставлю! А это еще что? Это ваш счастливый шанс усыновить покемончика. Подходите, не стесняйтесь. Что за покемон достанется этому счастливчику? Ваши ставки, господа. Да скорее уже! Кто там? Это же крошка Пичу. Какая ты миленькая. Будешь моим любимым покемончиком? Спецслужба покемонов, и я конфискую вашего Пичу. Отдайте мне покебол скорее. Нет, прячься, Пичу. Вы не заберете моего покемончика. Это мы еще посмотрим. Это еще откуда?
Бедрил, прячься, кто может! Мое тайное оружие! Все эти покеболы будут моими. Какой ужас! И зачем ему столько покеболов? Я гений! Эй, Бедрил, ты идешь? Нет. Эй, Бедрил, смотри, что у меня есть. Вкусняшка. О, моя мушка. Ням-ням-ням. О, последний покебол. Что? Ничего. Удачи, ребята. Ну и странный парень. Я спасу тебя, малыш. Фух, где он? Вот мое круглое сокровище. Я вызываю тебя, покемон. Какая крошка? Кто же ты? Посмотрим. Не то. О! Джиглипаф? Вроде похоже. Неплохо, неплохо. Эй, Джигли, ты где? Нет, прыгать на моей кровати запрещено. Вон твое место. Видишь, мягкая лежанка для покемонов. О, какая милашка. Спокойной ночи, человек. Спокойной ночи, Джигли. А это вкусно. Просыпайся, Джиглипаф. Приветик. Не знал, что покемоны так быстро растут. Ага, моя новая коллекция покемонов. Вот еще один. Понита. Превосходно. О да, это Пичу. Маленький негодник. Замечательно. О, нет, здесь ничего. Где этот покебол? Джиглипаф! Бедрил? Ужин отменяется. Ну чего? Ты должна найти мне Джиглипафа. Кажется, я знаю, где он. Тот подозрительный фрик. Наш покемон у него. Скорее, рисуй. Давай, покажи мне его. Вот такой. Ага, припоминаю. Очень похоже. Продолжай. Фух, ну как? Похож? Да, это он! Тебе конец. Ну как, узнаешь себя? Да, класс. Ю-ху! О, еда, пожалуйста. Кушать, кушать, кушать! Благодарю за завтрак. Приятнейшего мне аппетита. Фух, полегче. Не подавись там. Это очень вкусно. Отвратительно. Где же ты, воришка покеболов? А там кто? Ага, попался. Что? Ты кто? Карбани! Отлично. Еще один покемон. Полезай внутрь. Нет, спасибо. Я кому сказал? Со мной не спорят. Что? Бедрил, разберись с этим зайцем. Оу, ну ладно. О, не могу смотреть. Как жестоко. Я сдаюсь. Ну как, доволен хозяин? Молодец, Бедрил. Хватит думать о еде. Домой.
Это невозможно. Джигглипаф! Оу, как резко потемнело. Джигглипаф! Тише, не мешай мне спать. Следующий уровень. Эй, Майли Сайрус с ушами, ты видела время? Эй, прекрати играть! Нет, у меня хит. Ладно, ты меня вынуждаешь. Иди в свой покебол. Не хочу. Эй, я с тобой разговариваю. Сам иди в покебол, человек. Итак, начнем концерт. Спи сладко, Тео. Скорбанни теперь мой. Но Джигглипафа по-прежнему нет. Бедрил. Святой Мишлен, ты вечно голодный покемон. Я придумал, как мы найдем последнего покемона. Ага, класс. Обожаю попкорн. А где еще попкорн? Мой закончился. Ну же, не будь жадиной. Пожалуйста. Ладно, ешь. Маленький Пикачу и не подозревал, какая участь его ждет. Теперь он вампикачу. Тебе не нужно это видеть. Другой канал. Хочешь петь, как Эдит Пиаф? Купи этот золотой микрофон, и будет счастлив твой покемон. Золотой микрофон для идеального вокала. Подходит для всех покемонов, но особенно для Джигглипафа. Позвони по номеру на экране, чтобы купить микрофон для Джигглипафа. Что за... Эта муха не будет сниматься в моей рекламе. Джигглипаф, звони по номеру и заказывай микрофон. Да кому нужен этот микрофон? Хочу, хочу! Купи мне микрофон! Купи! Хочу, хочу, хочу! Алло, я хочу заказать. Уже? Так быстро? Приветик. Где же он? Скорее. Вот ваш микрофончик. Вау, святое золото! А, сначала деньги. Окей, сейчас принесу. Глупец. Отставить муху. Идем работать. Вот деньги. Где же она? Джигглипаф! Первосортный попкорн. Согласен. Кто вы? Твой новый хозяин. Полезай в мешок, покемон. Тео! Идем, Бедрил. Попробуем с другой стороны. Помоги мне. Да сколько весит этот покемон? Идем, Бедрил. Эй! Эй, стоять! И что ты мне сделаешь? Кажется, это твое, Бедрил. Ням-ням-ням-ням-ням-няшка. Лови! Ну и обжора. Эй, хватит уже возиться с этой мухой. Дай сюда. О, Джигли. Ты в порядке? Как я рад. Держи микрофон и спой свою лучшую песню. Есть.
Алло, полиция, мы задержали похитителей покемонов. Вы за это ответите! Выпустите меня! Бедрил? Это неисправимо! Эй, чего вылупился?